Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в церкви в честь святых преподобных Зосимы и Савватия Соловецких села Ворзогоры. К 21 веку этот старинный деревянный храм пришел в тяжелейшее аварийное состояние. И сейчас его восстановлением занимаются добровольцы проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Об этом в нашем сегодняшнем выпуске передачи «Хранители памяти». Отличается? Ну да. Видите, глухой звук. Ну, то есть у нас это больше значит, это значит, что она это. Вот понятно. Вот видите? Понятно, гнилая. Да? Понятно. Вот она в этом месте как раз изгнила. Ну понятно, но тут постоянно надо будет класть балку под них, да? Алексей, в общем, я предлагаю, что надо немножко хотя бы это провести обследование. Потому что так вот, ну... Руководитель экспедиции Ворзогоры Алексей Баринов советуется с плотником-реставратором Владимиром Казаковым по поводу замены сгнивших частей бревен колокольни храма. Вы снимаете этот пол, часть хотя бы, да, чтобы посмотреть эту конструкцию. Тогда можно будет что-то говорить. Мы должны вот эту систему вывесить, отрезать гнилую часть, ставить живой брус и опереть его на живую балку. В 2007 году какие-то мужики сделали вон там столб, и мы решили повторить эту конструкцию. Давайте ее посмотрим. Мы хотим также сделать, ну, просто можно помощнее, там, 150-ю доску, здесь 150-ю, обрезаться там, ну, вывесить, короче говоря. И эту систему оставить, чтобы пилу не зажимало. Или я могу просто закрепить и сразу начать пилить. Нет, можно, знаете как, надо посмотреть. В храме преподобных Зосимы и Савватия Соловецких работы идут давно. Первые меры по спасению церкви были предприняты еще в 2006 году. Протоиерей Алексей Яковлев вспоминает свое знакомство с храмом. Тогда он выглядел совсем печально. Он был в руинированном состоянии, отваливалась колокольня, обрушенные кровли, потолки, полы, все это обвалившееся, как бы сгнившее. И в то же самое время было ощущение, когда мы попали в этот храм, что этот храм построен год назад, а богослужение в нем совершалось еще вчера. То есть такое странное чувство было. И мы оставили Александру Порфирьевичу 15 тысяч рублей на то, чтобы он обвалившиеся части кровли, потолков, полов, все это вот сгнившее вынес бы из храма. Но на эти деньги вместе с местными жителями они сделали новые потолки, кровли, полы. И в общей сложности, с учетом того, что заново поставили колокольню на место, все работы обошлись в 110 тысяч рублей, потому что люди работали фактически бесплатно, материалы покупали по себестоимости, доставляли их бесплатно, и потому что это было нужно. То есть вот храм 1850 года, а фактически перевести его из состояния руинированного в законсервированное состояние, стоило 100 тысяч рублей, это, знаете, кто-то сравнивает с новым телефоном. То есть храм 1850 года и стоимость работ в этом храме, стоимость нового гаджета. В этом году потребовалось проведение ряда противоаварийных работ как в самом храме, так и в колокольне. Был разработан проект, по которому нам необходимо сделать вот такие вот подпорки под балки, провисшие, укрепить колокольню и заменить кровлю. Значит, как у нас вообще все обстоит дело? То есть мы набираем добровольцев, еще когда едем в поезде, ну, обсуждаем проект, потом приезжаем на место, смотрим, как бы в каком состоянии там часовня или храм. Когда большая команда, разбиваемся на бригады, ну, так просто проще управлять, и каждому дает свое задание. Значит, одно из заданий – это подпереть провисшие балки. Этот потолок очень тяжелый, и на самом деле он может обвалиться. И еще было непонятно, есть ли провисание кровли, поэтому мы делали люк, в который можно пролезть и все это просмотреть. Вот здесь вы можете увидеть, что мы уже закончили монтаж балок, сделали люк. В принципе, здесь мы фронт работы у нас уже как бы завершенный. На алтарной части необходимо нам было вскрыть старый шифер.
в котором были места протечек, и покрыть заново тесовой кровлей. Чистовая работа, тесовая доска, она такая дороженная. Ну, в общем, мы уже имитируем старину. В колокольне очень сложная инженерная задача. Вот мы сейчас консультировались с плотником, который помог нам разобраться, каким образом мы можем там большие бревна, сгнившие части, там заменить. И нужно подпереть основную балку, на которую упирается основной столб. Вот там у нас конструкция, которую сейчас мы как раз собираем. Обычно девушки у нас убираются, тут начисто. Вот сейчас они оттерли все надписи, которые в советское время сделали на стенах. Вот, занимаются антисептированием. То есть вот эти все конструкции девушки у нас покрывают специальным антисептиком. Ну и, безусловно, они у нас на кухне. Нас кормят, поят, собирают грибы, ягоды. В своей работе мы руководствуемся чертежами, которые сделали профессиональные архитекторы. Вот в данном случае вот этот чертеж показывает, как мы должны реставрировать кровлю. То есть видны здесь участки, где мы кровлю делаем, подробное описание, что мы делаем, как мы делаем, из какого материала. Вот, например, вот эта конструкция, которую мы здесь соорудили, мы соорудили ее по чертежам, а не как бы из головы. Вот то, что мы с плотником обсуждали замену частей столбов. То есть тоже у нас есть четкий чертеж, какие столбы надо заменять и как это нужно делать. Ведь перед нами здесь была экспедиция, которая проводила как раз исследование этого храма. И на основании этого уже были сделаны эти чертежи. И даже вот эти материалы, которые мы покупали, они сделаны исходя из этого, вот из этого проекта. То есть мы не покупаем там наобум материал. То есть все проектируется, и потом все это привозится. Участники экспедиции – самые разные люди. Кто-то приехал впервые, кто-то и раньше трудился над восстановлением деревянных храмов и часовен русского севера. Я в экспедиции третий год уже, каждый раз в разных местах. Вот в этот раз мы выбрали этот храм. Выбираем обычно, ну как-то смотришь фотографии, наверное, это свойственно девчонкам, выбираем по красоте храма. Смотрим, где место покрасивее, так, чтобы можно было и насладиться просто пейзажами и поработать. А первый раз как-то получилось, наверное, спонтанно. Меня позвала подруга, которая тоже в этой экспедиции сейчас. Я обычно ездила летом на юг, а тут как-то меня позвали, я думаю, ну, наверное, интересно, здорово, поеду. Вот, а первый раз попадаешь на север, и, наверное, даже вообразить себе не можешь, когда сюда едешь, что ты тут испытаешь. Вот. И ну, первая экспедиция просто осела так в душе, что теперь каждый год, каждую зиму ждешь, когда будет лето, когда ты уже наконец-то снова окажешься тут. Не знаю, тут как-то становишься такой какой-то спокойный, вся суета остается там, где-то, ну, в моем данном случае, в Москве. Вот. Ну, в общем, как-то меняешься. Может быть, становишься даже самим собой скорее. Потому что, живя в городе, ты сам себя полностью не ощущаешь. Всегда здорово ощущать то, как команда твоя, которую ты, ну, ты практически никого не знаешь, чаще всего вообще никого, когда едешь, становится тебе с каждым днем все роднее и роднее. И в середине недели, наверное, ты уже сидишь за столом, как в своей семье. В экспедиции на русском севере уже четвертый раз. С нетерпением жду каждый год поездки именно сюда. Так совпало, что в первый год, когда я поехала на русский север, вот, у меня сначала началась поездка, как у многих людей, на юг, на теплое море. Вот, и ну, после этого уже решила съездить сюда потрудиться. И, как оказалось, вот, мой как бы, южный отпуск, он был несравним с поездкой на север, которая произвела на меня глубочайшее впечатление. Мы открывали храм к первой литургии за 90 лет. Это был храм в Подпорожье в 2018 году. Фото этого храма на обложке общего дела нашего проекта. Сейчас мы готовим, обрабатываем антисептиком доски от гниения. Вот, убираемся, ходим за ягодами, грибами в свободное время. И вообще прекрасно живем, не так, как в городе. Я в 1985 году по распределению попал в Онежский мехлесхоз и работал полгода в Кодинском лесничестве.
Потом меня призвали в армию, и я больше здесь не появлялся. Но вот этот год юбилейный, я уже заранее надумал сюда еще раз приехать. У меня потому что там остались друзья, знакомые в Кодино. Ну и чтобы совместить полезность с приятным, приобщился к движению «Общее дело» и уже заранее знал. Работаю я в Москве, и мой офис находится недалеко от храма Серафима Саровского, который и курирует это «Общее дело». Очень, конечно, нравится. Коле тоже очень понравилось, он стесняется сказать. Кровельными работами занимаюсь, а поехал сюда, ну, потому что отпуск и потому что переживаю. Вот Феликса Разумовского послушал, на Венецию деньги выделили, а на наш север, на наши храмы только энтузиасты, в общем, как-то участвуют в том, чтобы сохранить наше родное. Есть трудности, но они временные. И о них даже и не вспоминаешь. А положительное настроение, оно остается, в общем. А откуда приехали и чем занимаетесь вообще? Из Москвы приехал, слесарем работаю. Мосотканал. Я работаю инспектором в рекламной компании. Мы с ним приехали как разнорабочие. Ну, получается у нас. Говорят, что получается. Для меня лично самое главное – это люди, которые сюда приезжают. Совершенно иная мотивация у людей. Это реально бескорыстные люди, которые едут по зову сердца. Это люди, которые любят часовни, любят север, любят деревни. Вот. И находиться среди таких людей очень приятно. То есть здесь не надо людей как бы заставлять работать. Они, наоборот, на себя все как бы тянут. То есть тут только следить за тем, чтобы соблюдалась техника безопасности. Вот. И где-то там может помочь. Вот даже такой труд, он отличается от труда в Москве. Там трудятся все-таки для того, чтобы заработать деньги, а здесь люди трудятся бескорыстно. В одной экспедиции к нам подошли местные, долго-долго с нами общались, и потом один местный тракторист говорит: «Неужели вы без денег работаете?» То есть, ну, так он удивился. То есть, потом через некоторое время он приходит и опять говорит: «Неужели вы без денег работаете?» То есть для него это было очень удивительно. Ну, а те, кто здесь работает, для них это как бы нормально. Храм преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, построенный на сельском кладбище, был освящен в 1850 году. Колокольня появилась немного позднее. Церковь была закрыта в советское время и с тех пор постепенно ветшала, пока не пришла в руинированное состояние. Запланированные на этот год противоаварийные работы в храме были успешно окончены. Дорогие телезрители, мы завершили рассказ о церкви в честь преподобных Зосимы и Саватия Соловецких села Ворзогоры и о ее спасении добровольцами проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Всего вам доброго! До новых встреч!